Проблемы не видят. Городские чиновники прокомментировали ситуацию с электрощитовой в доме на улице Безыменского. Напомним, жители беспокоятся за свою безопасность. Помещение, где находятся трансформаторные будки, оборудовано парикмахерской. Люди считают, что техника безопасности в электрощитовой не соблюдается и переживают, что добром дело не закончится. Прямо рядом с будками оборудована кухня, а в метре от них сушатся мокрые полотенца. Электрощитовую предпринимателю в аренду сдала администрация. Чиновники утверждают, нарушений здесь никаких. Таких нет. Помещение было зарегистрировано в муниципальную собственность, и за 16 лет проблем с доступом туда никогда не возникало. В договоре с арендатором прописано, что в случае аварии предприниматель должен обеспечить незамедлительный доступ в электрощитовую. Но и жителям в случае надобности никто не отказывал, говорят в администрации. Если же в помещении по вине предпринимателя что-то произойдет, то отвечать за это будет именно он. Что же касается человеческих жизней, которым в электрощитовой может угрожать опасность, о них, судя по всему, никто не думает. Арендатор будет нести ответственность. Тот, кто сломал, тот, кто виноват, тот и будет отвечать. В результате вот расследования, если что-то случается, то всегда идет расследование. Определяется виновник, и дальше он выплачивает или по суду, или добровольно.